Привет, дорогие мои! А мы где? А мы приезжаем к чему? К крутой недвиге Лужница Бэй. Что ты можешь сказать про Лужницу Бэй? Я ничего не знаю. Это гламурное... Дорого. Дорого. И богато. Долго, дорого, богато. Дорого и богато. Да. Вот. Самое главное, что нужно знать о недвижимости в Черногории. Вот мы въезжаем. Лужница Бэй. Вот, смотрите, вот, какие красивые пирсы. А оно спустят, нет? Не знаю, сейчас посмотрим. Что, кодовое слово? Стоп-слово. Стоп-слово. Добрый день. Иду вот там на паркинг, на Доне. Чао. Ребятки, видите, как все культурно прошло, нас пустили. Кодовое слово, иду на паркинг, Дольни. А вот сейчас вот, подожди, надо было остановиться. Уже поздно. А вот. Морешка. Вот тебе вот это надо, вот это вот, чтобы прям горизонт? Нет, мне это не надо. Но у меня чуть-чуть горизонта есть там, между мамовой и не мамовой. Зацените, ребятки, 5 звезд. 5 звезд за паркинг. Вот прямо лайкосы ставим сейчас за 5 звезд. И я снимаю, где? Лужница Бэй. Вон. Сзади Санек. А это пещера. Это пещера. Вообще неожиданно я сегодня сюда попал. Я максимально ожидал, что мы сегодня... Саньком в Порто Монтенегро окажемся. У меня гость Санек, лучший друг. Это мой лучший друг и мы друзья. Вот вы сейчас только что, я считал на пароме, 28 или 27 лет мы друзья. Вот, а я вам сейчас покажу штуку. Как вы думаете, что я вам покажу? А? Прям давайте, давайте, давайте. Давайте сейчас прям подготовились. Просто очень крутую штуку покажу я вам. Это Тесла. Теслочка. Заряденька. Все, вот она. Вот, все. Есть Тесла. Все, приезжай к нам. И будет все. Вася. Вот тут, смотрите, какая красота. Лужница Бэй начала принимать гостей в 2018 году, и именно тогда ввели в эксплуатацию первую фазу этого проекта. Можно сказать, построили новый город на берегу Адриатического моря. И продолжают строить. Ребятки, это все очень-очень-очень красиво. Это очень все прекрасно, но настолько уныло, насколько это может быть. Надо вам показать это, вот что, все. На самом деле, вот тут показывать, ну правда, ребят, ну просто нечего. Домики. Яхты. Домики. Ну, блин. Домики. Унылые, сука, домики. Ну, красиво. Ну, вот, гидрант. Ну, кусты клевые. Ну, вопросов, вот, деревяшка клевая. Ну, блин. Ну, газончик клевый. Ну, блин. Это все, ну, какой, ну, блин. Ну, вот, тивацкие номера. Вот, нормально. Электрокар, тивацкие номера. Сел, поехал. Вот, домик. Яхты. Мало яхты, я вам хочу сказать. Воля. Есть воля здесь. Неделем не радимо. Приватбординг. Вот человек поднапрягся, когда я это сказал. Он подумал, что я ему сейчас топор кину в спину. Вот. А вот это вот какой-то корабель. Корабель, который тут вообще случайно попался здесь. Ну, кстати, выглядит реально, ребят, как MMORPG без персонажей. Вот просто вроде... Стены, штукатурку сделали, а персонажей нет. Вот, как этот, Fallout 76 последний, кстати. Вот, кто играл, я играл. Говнина, да? Да. Ну, я играл, но я фанат. Отвлечемся. Вот, видите, Санек знает. Вот, людей. Знает людей. А я не знаю здесь людей. Знаете почему? Потому что я не отсюда. Потому что я из Герцог Нови. Ника один. Вот. Кстати, тут не очень много яхт. Тут очень много свободного места, ребятки. Я вам хочу сказать, тут просто прям как-то очень много свободного места. Вот тут кафаня работает. Я не знаю, что-то я хотел есть. Сейчас даже не знаю, хочу есть или уже поехать. Чао! Вот какие веселые люди. Вот, в общем, хотел поесть здесь, а теперь думаю, хочу я здесь есть или не хочу я здесь есть. Слушайте, ребята, если здесь какие-то есть очень крутые рестораны...
Что? Их не видно. Лошица Бэй. Ну, блин, это просто унылое. Унылое говно. Ну, оно окей, ребятки, оно... Оно... Симпатичное унылое говно. И, может быть, даже в этих ресторанах что-то и есть. Но почему я не знаю о том, что у них есть? Почему мне не прислали рекламу в Инстаграм, Фейсбук? Я очень социальный человек. Ты что делал там? Общался. Пошли. Да. Вот, в общем, короче, что ты хочешь сказать? Вот скажи мне, вот я уже сказал про вот это вот все, вот эту всю историю, что я думаю. Что ты думаешь? А? Скажи мне. Красиво. Вот я сказал, но уныло. Уныло, потому что нет людей. Да. А что ты думаешь? А когда люди будут? Там много дорожек, а вот это электрокары. Вот. А Герману сегодня не хватает позитива. Надо витамину Б. Ну давай, хорошо. Что там? Хорошо. Короче, сказал, выглядит хорошо, людей нет. Что еще, давай скажем. Че, какое у нас мнение про вот этот вот кусок прекрасного творчества? Когда достроится, будет фантастика. Когда достроится. Ну ты же понимаешь, что ехать сюда, блин. Тут даже Макдак не поможет. В чем смысл? Они на горе, на самом. Они планируют еще поставить целый поселок на 10 тысяч человек населения. Со школами, больницами, со всем. Банками, магазинами. Ну, а кто будет покупать это жилье? Кстати, Навальный, Навальный, чья яхта, а? Ну что, давай взлетим, что ли? Я говорил уже, у нас кончился почти заряд дрона. Вот, поэтому сейчас попытаюсь поснимать. Ну, просто лучницу Бэй надо поснимать, потому что там красиво. Я все-таки на 25% надеюсь поснимать. И главное, чтобы не уронить дрон в море. И вообще его не уронить. Я очень надеюсь. В общем, короче, ребятки, выгнали нас это со съемки. Сказали, типа, дозволу давайте получайте. Вот. А я ругаться ни с кем не хотел. Поэтому, как бы, мы просто уехали. Ну, чё вот это? Лучница Бэй, вон она. Вот, вот этот город, вот который строится, они строят. Да? Начинается, видишь, смотри, все чудесно, прекрасно. Вот, но мы уже, ребятки, вы же поняли, да, что мы уже не любим Лучница Бэй, потому что Лучница Бэй меня разнервировал, он мне не дал снимать. Я не люблю, когда мне не дают снимать. Что мы с тобой еще не обсудили? Что тебе нравится вчера? Что тебе все нравится в Черногории? Любишь Плесковицу, Чевапи? А что не нравится? Понаехали тут. Русские? Все. Ты русофил, что ли? Русофоб. Русофоб. А, блин, а чем шутка, тебе мешает? Шутка. Не, ну серьезно. Все нормально, все отлично. Живи, работай, рожай детей, воспитывай. Не хочешь рожать детей, не рожай детей, бухай. Не хочешь бухать, занимайся чем-то своим. Бухай интересным. Сильнее. То есть, почему нет? Можешь себя тут реализовать. Но, кстати, знаешь, многие считают, что в Черногории как раз себя реализовать очень сложно. Я хочу сказать, что мне 24 часов в сутках мало времени, чтобы заниматься всем, чем я хочу заниматься. Потому что, блин, столько вещей не охвачены. Ну, слушай, поэтому мы можем, я и ты, себя назвать успешными людьми в Черногории. При том, что мы с тобой не ездим на Бентлях и Ламборджинах, но при этом мы с тобой успешные ребята, потому что мы можем себе позволить, в принципе, то, что нужно на бытовом уровне себе позволить. Мы счастливы, мы довольны своей жизнью и работой и так далее. Но, поверь мне, такие, как мы, на самом деле, ну, дай бог, 10%. Не потому что мы с тобой такие крутые, а потому что переехать в Черногорию и встать на ноги здесь достаточно сложно. Ты так не считаешь? Да все возможно. Все возможно. Главное, здравая голова, мысли реализовывать, не бухать, не ходить, не шариться. Блин, я не знаю, общаться с нужными людьми. Чем отличается нужный и важный человек от ненужного и важного человека? Тем, что вот пока мы снимаем это интервью, Саша уже заехал, не соврать, по-моему, в 3-4 места по работе. Вот. И вот это вот вам лайфхак. То есть, если ты мега занятой, если ты молодец, если ты можешь себя занять, если ты научился, если ты нашел себе призвание, то все у тебя будет в Черногории хорошо. Видите, вот я его пытаю, говорю, чувак, что плохого в Черногории? А он говорит, ничего, все зашибись. Может быть, это его видение, может быть, он не прав. Но, кстати, Андрей Смирнов приехал в Черногорию, открыл фирму.
Вот, и пробыл тут где-то недельку, сходил даже на какие-то мероприятия совместные. Вот, и я его спросил, типа, как тебе, чего, куда, зачем? И он реально, он просто мега всем доволен. Он просто мега всем доволен. И он такой говорит, типа, а что ты там кошмарил нас так на стримах, что Черногория говно? Я говорю, ты понимаешь, что тут включается синдром ёбаны. Каждый человек смотрит на Черногорию свысока, так сказать, своей колокольни. Для кого-то Черногория говно, для кого-то Черногория райское место. Все зависит от point of view, POV, да, точка зрения, point of view. Все зависит от точки зрения. Если ты относишься к Черногории хорошо, то тебе в Черногории хорошо. Если ты относишься к Черногории плохо, то тебе в Черногории плохо. Вот и все. Вот это самая сакральная тайна черногорской жизни и любой эмиграции. Вот и все. Любой жизни это сакральная точка. Просто либо тебе хорошо, либо плохо. Не страна плохая, а ты либо подходишь к стране, либо не подходишь. Вот так вот. Респекты от дяди Германа. Пока-пока. Комменты, лайки, подписочки, бубенцы, колокольчики. Увидимся совсем скоро.